Привет, ребят. Мне очень часто задают вопросы. Как правильно выйти в сухие дни? Что такое автономия? Что делать, если после сухих дней возникает ужасный жор? Не могу выйти на сухие дни, все время что-то мешает. Что такое осознанность? Как внутренние органы влияют на внешний мир? Как внешний мир отражает наши внутренние органы? Каждый миллиметр нашего тела говорит нам о целой вселенной нашего мира. Хотите все это узнать, но нет возможности проходить индивидуальные консультации? Тогда приходите на марафон «Возможности меня». Там мы обсудим очень много, там мы вскроем ваш мир и поймем, почему вы находитесь именно на той стадии, на которой вы сейчас есть, и что сделать, чтобы продвинуться к тем результатам, которые вы хотите. Если вы хотите, конечно же, в индивидуальный ретрит, в ретрит, но точно так же нет возможности, например, прилететь в Сочи по каким-либо причинам, то точно так же я вам хочу порекомендовать. Начните с марафона «Возможности меня». Это достаточно глубокий марафон, где мы разберем каждого участника. Поговорим о таких вещах, о которых в открытых эфирах я не говорю.